нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие хорошие глупости. Какая гадость, какая гадость, это ваша заливная рыба. Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. Сегодня хочу вам предложить рецепт не заливной рыбы, а соленой. У многих людей новогодний стол не обходится без рыбных закусок. Этот рецепт русского севера. Так солили в принципе любую рыбу, но я взял скумбрию. Именно она отличает ее от других видов рыб своим балансом жиров и сочности. Скумбрия получается очень вкусной и нежной. Как говорят, за уши не оттащишь. Но это все лирика. Приступаем. Нам понадобится 2 свежемороженые скумбрии, общий вес которых составляет примерно килограмм. Перед разделкой ее не нужно полностью размораживать. Разморозить ее нужно примерно наполовину. Так удобнее ее разделывать. Отрезаем головы. Саму рыбу нарезаю на кусочки толщиной примерно 2 см. При этом я ее не потрошу. Внутренности вынем чуть позже. А вот теперь, когда мы разделали рыбку на просоленные кусочки, убираем потрошки и чистим внутреннюю сторону от черной пленки. После разделки рыбу хорошо промываем под проточной холодной водой. Теперь в емкости смешиваем 4 неполные столовые ложки соли и 1 ложку сахарного песка. Солим подготовленную скумбрию. Можно каждый кусочек посыпать смесью соли и сахара. Но я обваливаю, как в панировке. Убираю рыбу на просолку, которая будет длиться в течение 2 часов при комнатной температуре. Займемся мариновкой лука. Я взял 1 большую луковицу. Можно взять 2 средние. Нарезаю лук полукольцами. Добавляю в лук 2 чайные ложки соли и 1 ложку сахарного песка. Добавляю чайную ложку зерен кориандра.
немного перчу. Вливаю 50 грамм 6% уксуса. Можно взять и 9%, разницы большой не будет. Хорошо перемешиваем. Прошло 2 часа. Скумбрия просолилась. Берем подходящую емкость, в моем случае это винтовая стеклянная банка. На ее дно укладываем слой лука. И бросаем несколько ягод клюквы. Далее слой рыбы и чередуем лук, клюква, рыба. Клюква придает готовому блюду особую пикантность, а соотношение баланса кислой ягоды и соленой рыбы придает ей уникальный, ни с чем не сравнимый вкус. Последним слоем укладываем лук. Вливаем растительное масло. Закрываем банку. Перевернув ее, распределяем масло. Теперь убираем в холодное место. И через 12 часов наша скумбрия готова. Приятного вам аппетита!